Эй, привет, мой дорогой друг, время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехало новое видео, и это Forza Horizon 4. Bad boy is a game. Ну что, ребята, всем привет еще раз. У нас есть, значит, Forza 4, есть Lamborghini Aventador. И, в принципе, в прошлых сериях мы прошли все, что можно здесь, но... Опа... Слушайте, а что, еще один появился? И еще один? Суперкары. Слушайте, а у меня еще появились новые. Серия автокроссов. И еще одна появилась. А я думал, мы сегодня будем вот эти штуки проходить. А у меня тут открылись еще турики. Интересно. Так, сезонный. Но не новые, значит, я их не проходил. Но за них не дают эти кубики, что ли? Не знаю. Так, ну давай доедем до туда и посмотрим. Заодно, в принципе, погоняем на Ламбе. И если там будет серия из трех опять гонок, мы, в принципе, покупали бы еще эксклюзивных машин. Не, Авентадор вообще прет, блин. А вот это что за значок? А, это можно типа прыгнуть. У меня есть очки? 28 очков. Ну, давай потратим. Давай потратим. В вашей машине нашлось бы место в гараже любого победителя лотереи получить 3000 рублей. Понятно. Так, вот это нажимаем. О, у меня даже две игры есть. Еще, понятно. А, еще. Еще разулечку. 175. Нормас. Это нормас. Ага, тут уже поинтереснее призы. Лучший приз. Галактические кроссовки. Так, а тут прыжок. А что если прыгнуть? Ребят, хочу прыгнуть. Испытание завершено. Я еще что-то завершил, успел. Короче, хочу прыгнуть все-таки. Посмотреть, что вообще-то за это дают. Recalculating route. 167 метров. Так, на сколько звезды мы прошли? На две? На две звезды всего? Да ну. Да хорош. Ну и ладно. Может, кстати, надо было в обратную сторону? Но тут награда не кубики. Тут награда
бабки. Короче, тогда не вижу смысла. А, подожди, а... давай посмотрим машины вообще. А еще скажите, что я только на ней могу одной, да, ездить? А нет, это просто на собственность есть. Так, что есть вообще из дорогого? А, это только я на этих машинах могу проходить. Феррари. Есть Феррари бесплатная? Ну, погнали, чё, или ну, нафиг. Или прокатимся все-таки. Желтая, какая. Какой приятный цвет на ней. Ладно, давай прокатимся. Это турик тогда. Время останется. Я просто думал, что это будет уже финальная серия. Но, видимо, нет. Игра не хочет нас отпускать. Она говорит, ну давай, пока НФС-очка не вышла. Пока НФС-очка не вышла, давай мы еще поиграем немного в Форзу. Тем более у нас куча еще автомобилей не купленных вообще. Ну и бабок у меня, конечно, столько нет на автомобиле. Короче, цель у нас здесь, цель, построить там все на максимум, ну и купить все, что можно за кубики. Блин, крутой Феррари, слушайте. Чем-то на Ламбу, да, похоже? Так, так же хэтчбеком. Ну, тяжелая. Тяжело ей, тяжело, конечно, заходить. Ну ты давай. Блин, я не знаю, меня это из-за дождя так таскает, блин. Или просто мои руки-крюки. Что, скорее всего, больше процентов, чем из-за дождя. По красоте заехали на финиш. Так, где у нас следующий чемпионат? Ага, вот он. А еще один. Раз. А, и два. Так, а я где вообще? Поехали сначала на этот. 1.5 километра. Жгем резину. Вот дрифт.
Мне кажется, мало я набрал. Да, две звезды, все. 29 тысяч. О, это многовато. Так, давай купим что-нибудь. Купим что-нибудь из недорогого, наверное, да? 1 400 000. Так, что у нас тут? 240 пока самое дешевое, что я вижу. 240 еще есть Феррари. 157. Это что у нас? Это Мерседес. Ну, Мерседес так Мерседес. Слушай, я ему... Матовый. Давай на матовый погоняем. Так, здесь у нас тоже вроде спринтик. Феррари, стой! Засмотрелись на Феррари. Хрена там Феррари просто топнула, блин. Чувствуется, да, это? В цене. Не дал мне, блин, додрифтить. Спустя полтрассы мне удалось занять первую позицию. Хо-хо-хо, я понял. Она аж как-то затроила маленечко. Нормальная такая скорость. Hey, number one. You've just earned your gold. Вы заработали золотой браслет. Он ставит вас в ряд с лучшими из лучших, с самыми известными именами. Ну, так я прямо приехал. Фестиваль с легендами Horizon, так что смотрите, не потеряй его. Так, и здесь у нас круги, короче. Так, тут за 200 есть. А, 200. Тоже Мерседес. Какой-то коричневый. Ну, красная пойдет. Какой-то коричневый матовый цвет, это не то. Мы же не на шоколаде ездим, да? Круг-то маленький.
Ага, вот так вот, да, значит, блин? Будем толкаться. Нечестная борьба, значит, да? Окей. Я вас услышал. Мэрс, брат, подвинься. Опа. Не... О, ой. Блин, я только хотел сказать, что как-то легко мне досталось первое место. И тут же меня обгоняют. По-моему, на Феррари у меня там обгонял. Блин, ну слушайте, это вообще какая-то неуправляемая, конечно. Тот Мерс был поуправляемый. Мне кажется, я последний круг как вообще, как инвалид какой-то еду. Ну все, турик завершили. Взмокшие суперкары GT. Бабок нормально мы там зарабили, в принципе. Так, ну пока есть время. В общем, ребят, я не знаю, почему-то мне там все что-то ошибку какую-то выдало. Игра просто закрылась. Тогда на этом просто серию будем заканчивать. И в следующей серии мы уже, в принципе... Повыполняем вот такие вот всякие миссии интересные. Вот такие, такие вот миссии повыполняем. Возьмем машину себе супербыструю. Каскадерская площадка дрифт-зона. В общем, повыполняем такие. Сколько там? 155 кубиков еще надо. Но это только откроет... Подожди, это испытание. Найди место крушения НЛО. Найди вертолетную. Слушайте, можно всякие вот такие задания повыполнять. Я думаю, мы как раз еще дом свой надо будет улучшать. Короче, еще тут куча всякого контента прикольного. Поэтому я думаю, что мы еще точно погоняем. Вот смотрите, тут, допустим, снесите 10 светофоров за 30 секунд. Прикольно. Раздавите 10 песчаных замков за рулем корвет Stingray 1967 года, а где мне такой взять? Ну, ладно, разберемся. В общем, разберемся, ребят, прикольно. Тут вам 200 фишек вообще за что дают? Разбейте 500 бонусных кубов. Какие кубы? Что за бонусные кубы? Все это неизвестно, все это непонятно, но мы разберемся, обязательно разберемся. Ну, а сейчас, ребята, я хочу с вами попрощаться. Блин, как прикольно в этих цветах на этой тачке. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор, и увидимся на следующих видео. Пока-пока.